Ну, в общем-то, вы его знаете. А я пока буду геймплей. По геймплеям. Реклама. Так, понятно, сейчас я все сделаю, все выключу. Инициализация системы. Техноарена. Подключен. Удаленная связь с пилотом стабильная. Статус... Реклама закончилась. Но в принципе потом-то вы поймете. Я сразу же не могу. В общем-то, здесь есть два Феликса. Одна девушка, один мальчик. Девушка плюс мальчик получается хэмпальчик. Бог ощущем ХТО. Одна сторона. Мы можем менять сторону. Мы можем менять персонажей. Также мы можем... Всё, мы можем менять персонажей и... Есть звездочки, а есть сердечки. Так, да ладно. Это лунная платформа. Она доступна для всех. Вот сейчас он падает. Это головоломка довольно простая. Эта игра довольно увлекательная. Она затягивает своим простым геймплеем. И она затягивает тем, что это, во-первых, головоломка. Вот, кстати, забыл поздороваться. Ай, блядь. Почему не допры? А давай-ка, доча, посмотрим, как ты у других телефон... Это займет примерно 10 секунд и рекламы нет. Подожди, я включил режим полетом. Я специально не начинаю с тех начальников. Вообще начальник не интересно. Вот уже вот около после обучения. После обучения все становится интересно. Экспресс доставка человека завершена. Прошу, уровень. Привет, короче. Не, ну. Да ёпперс! Включаемся на дверку. Становимся сюда. Запрыгиваем сюда. А, точно! Как удивительно! А, почему я так туплю? Да опять это... Платформа. Переключаемся на дефку. Да. Назову видео так. 10 минут долблюсь об какую-то палку. А что дальше? А что дальше? А так это лесенка. Долблюсь об вторую палку. Это был же легкий уровень. Мне нужно перевести тебя, чувак. А
Ящик? Не подрасчитывал. Я спит. Я могу его подсадить. Я могу его подсадить. Все, теперь ты меня подсаживать не должен. Никто не понял. Почему? Я сменил. Я даже до щипов не могу. У меня здесь блоков нет. Для девки здесь блоков нет. А что дальше? А девка, ты спрыгнула? А нет, не можешь. Вот. Я не знаю, вот Я должен ее перевести, а вот это она. Что она? Никто не должен от меня перевести. Это слишком много. Мне нравится. Мне сильно... О, здесь я должен перевести. Нидерланды. Я
вообще-то прыгнул. Долблюсь от какой-то палки 4 года. Все, экспресс перевозка. А я думал, я уже все, я до свидания. А так в чем проблема, я же кнопку нажимаю. Я все это нажимаю кнопку. Видишь, какой я умный. Ну, скоро уровни станутся. Я сейчас сам чуть пересадку в Казахстан не сделал. Причем в Дали. Thank you.
понял. Потом наоборот. Давай, на тебя. Просто не с первой попытки. Дэвка прыгать на меня. Да, всё. Проходим сквозь реальности. Я могу его сюда перенести. Сделать всего. За всю же свою жизнь я сделала 3 шага. Опять! Интересно? Это же лунная!
умная, не поверите. Она умная. Это было жестко. Извините, музыка пропала. Музыка пропала. Да, музыка куда-то пропала. Я вообще фиг знает куда, но она пропала. А, ну все, теперь это аналогично. Все, теперь надо за парня. За парня девки. Получается, он первый. Вторая. Ну, вот так закончилось. О, музыка пошла. Ура! Thank you.
совсем, что ли, хитбокс? А я могу без тебя? Сможешь спрятать. Давай, упал.
еще один уровень закончу. О, блоки. Ну, надо сюда с вами был я, Лео. Ладно, все, вот теперь точно. Всем удачи, всем пока. Это был Рекловер.